Сейчас, я так понимаю, что-то будет интересное, да, Армен? Да-да. Ну, в принципе, я добавляю фотку на стрим, и вместе все ищем. Но я тебе, чтобы начать этот, тебе транспорт один дам, угу. До которого надо будет доехать. Он интересный. Так, кстати, знаменательный момент. Я первый раз сейчас на ней поеду. А, не, я... Записываешь, нет? Да, я тоже пишу себе попутно. Все, наконец завелся. Пацаны, мы, если что, едем в автосалон грузовиков. Туда подтягивайтесь, никого не бросаем. Иш! С коляской? Да. Ладно, нифига себе, только что его заметил. Вообще крутой. Так, что, ключи даты мне передашь или что? Да, только давай лучше тэпнемся, потому что сейчас опять... Блин, Иш, планета, ой, вообще то. Блин, а ты можешь мне подсказывать, там холодно, тепло там или это нет? Да, могу, конечно. Ну, как тебе так сказать? Да. Пока я теплее, пока ты ешь. Пока теплее? Да ты чё? Да. Ну как теплее? Далеко еще тепло, но теплее. Дай-ка я сейчас открою карту. Карту открыл. И поставлю себе метку. А метку я себе поставлю, наверное. Там еще бункер есть. Но это не этого. Там бункер есть, Паш. Бункер, подожди. Ну, там, ты я знаю бункер есть? Рядом с Арзамасом. Еще есть. Пацки, дайте проехать. Еще есть, помимо, да, Арзамасовского. Ну, тот, да, прям в центре там города. GTA 5 ты посвятил, Паша, ролик бункеру. Подожди! Летим. Все, полетели. О! Отдали нам для уверенности. Угу. Направо сейчас. О, спасибо за подсказку. Пожалуйста. Но там бункер, Паша. КРМП, GTA. Короче, я знаю, что есть бункер, по-моему, рядом с маяком, нет? Или туннель какой-то, нет? Нет. А, значит, я это перепутал вообще с Андреасом. Там еще написано «За Сталина». Плакат. А, господи, ну это нам в это... Все, налево сейчас. Это нам в этот ехать, как его, Батырёва. Правильно? Да, Батырёва, да. Батырёва, военской части. Ну там не военская часть, там аэродром. Военская часть это на GTA 5 КРМП. Да. Кстати, как дела? Как дела на КРМП стоят, вот интересно. Там что, есть онлайн? Нет, а то я уже... Да, наверное... нет, сейчас пока нет. Нету, да? Да ты чё, а чё так... Я не знаю, что-то как-то медленно развивается. Странно, а почему не пошло, блин, нифига себе. Ну там они очень сырую выложили, вообще как-то странно очень. Ну, вообще, да, не хватает вот таких госок не хватает. Ну, ладно. Вообще, может быть, еще из-за того, то, что, во-первых, почему КРМП, да, вот в основном популярно, потому что у всех тянет комп. Это во-первых. Во-вторых, вот этот интерфейс игрушечный, да, вот сан-андресовский, он какой-то, знаешь, более такой, ну, такой, знаешь, олдскульный, там, знаешь, вот, в него хочется погамать. Это как ты вот Sony PlayStation включил первую, и вот хочешь повспоминать игру, и тебе вот, ну, все привычно, все вот так знакомо и все удобно. Это самое. Вот не поверишь, я только сегодня думал зайти на сайт объявлений и посмотреть, что продается сейчас в идеальном состоянии из мотоцикла. Вот Ява, Иж, вот это вот интересует. Вот да, вот либо Ява, либо Ижа. Только Ява не первая. Вот эта, которая. Одна из, ну, последних, которая 90. Забыл просто, как она называется. Ну зачем вот бортует? Аккуратнее, пацаны. Так, это сюда. Так, хпшку, вот, Паш. Я бы купил бы ее и тупо бы поставил бы на второй этаж на базу. В одну из комнат. Вот там, где пряник сидел, монтировал. Кстати, вот прикольно было бы. Ай? Прикольно было бы. Просто тупо он бы там стоял бы возле стенки. Было бы, мне кажется, интересно. Либо, может быть, поставлю вот эту, которая альфа. Самая топовая. Если я пойму, что она особо ничем не отличается от альфы 110 кубов, вот, то я ее поставлю, так как вообще новая техника будет.
Подожди! Вроде я правильно. Все, вот где-то тут ищи. То место. Так, а надо заехать сначала. Подожди-ка, стоп. А зачем тебе заезжать? Там же скриншот-то посмотри, там же совсем другое. Ты можешь задний план, в принципе, посмотреть. Там немножко есть. Ну-ка. Можно по поселку поэтому, да, еще поедем? Да, конечно. А, все, вижу. Прям рядом, прикинь, рядом с моим домом. Да. Офигеть! Вон человек нашел. Нифига себе! Молодчага! А что за ник? Утешительный приз какой-нибудь хотя бы. 653-й. 653-й? Да, Паша тоже зовут. Паша легенда. Слушай, ну это твои, это благодаря твоим усилиям, в принципе. Ну, а иначе я бы не нашел, на самом деле. Либо это в Южном, но либо это в этого тоже есть кладбище, правильно? Да. А еще есть это кладбище, не? Вообще на карте три кладбища. А, три? Да. А я угадал что-нибудь из этих двух? Да. Этого, Басаева и Южного. Все, этого, значит, по-любому, потому что там кирпичный забор в Арзамасе, в Южном почти. Да чисто для души, чтобы я мог, знаешь, сел, завел, поехал в лес. Угу. Посмотрел там какие-нибудь новые места, не знаю. Ну, у нас и так, на самом деле, так как мы живем в Калининградской области, у нас мало, ну, все и так знакомо, скажем так. То есть, у нас область маленькая. Но все равно нашу область, если вот полностью все исколесить, но это надо, я не знаю, это все лето надо ехать без передышки, если прям все дороги исколесить. У вас еще плюс постройки. Спасибо. Немецкие, вообще круто. Да, у нас вот это вот есть, да. Вдохновляет эта тема. Меня раньше пипец как сильно вдохновляло. Особенно я вдохновлялся... ну ладно, не могу. То вдруг замать. Короче, вообще Второй мировой войной, вот полностью все истории. Я изучил полностью историю вождя Третьего Рейха, не будем называть вслух, чтобы тебе стрим не заблокировать. Не знаю, потому что любая, все, что с этим связано. Ага. Я про... Ну ты понял, да, да. Немцы. Нет, это вообще... Короче, полностью там детально изучил, из-за чего там мы проиграли. Ой, ты фу-фу-фу. Не дай бог, из-за чего мы выиграли, из-за чего немцы проиграли. Вот. Как была задействована вообще вот Кёнигсберг, как был задействован. Вообще вот Кёнигсберг, это являлся второй столицей, ну, Германии на тот момент. Первая столица у них была, ну, самая, Берлин. Ну. Вот. А второй был Кёнигсберг. Так, направо. Да, направо. Так, направо. Я вообще правильно? Да, я правильно. И это самое. И все ценности были также и в Кёнигсберге. Это был очень богатый город. Но когда мы начали выигрывать войну, а нам помогали англичане выигрывать войну, они специально, англичане, разбомбили этот город и всю эту область так, ну, что просто ничего не осталось. Это специально, чтобы нам ничего не осталось. Потому что англичане знали, что все достанется нам, что все достанется Советскому Союзу. И назло специально раздубасили, разбомбили все замки красивые. Мы бы такой бы исторической, ну, историческим центром вообще там были бы. Музеи, а не области были. Подожди! Так, ну мне это не надо. Ух ты, пацаны красавцы! Нашли. Молодцы! Нифига себе, много народу уже подтянулось. А вот пацаны, здорово! Всех приветствую! А меня и так слышат все на том стриме. Так, ну чё, теперь дальше. Не-не, так ты заедь туда. Там немножко пасхалка же, там же пасхалка есть на этом скрине. От КРМП. Кстати, я раньше залипал на могилу.
читал там, даты рождения, прочего. Тут и космонавт похоронен, по-моему. И Гагарин, по-моему, есть. Тут авторитет похоронен один. Да? Вот к нему мы и едем, да, известно. Ну ты чё? Сейчас да. Увидишь, кто это. Ну, если ты шаришь. Вот. Большинство кто знает его. Ну, жесткий знаю, такой авторитет. Кто. Ну вот справа, вон, справа вон. Толпа прям стоит. Вижу. Я сейчас просто хочу вспомнить. Сильвестр, что ли? Не-не-не-не. Вон справа. О, этот, Дед Хасан. Да. Увидел. Так, и что, мне слазить, нет, с мотоцикла? Не, можем дальше ехать. Я вот говорю по местам, вот так проехать. А, Хаммер стоит. А вот и Хаммер, кстати, да. Пацаки, всем здорово. Кто хочет, кому я передам... Что, кому я передал привет, и пишите свое имя. Короче, в чате. Буду передавать. 442. Это человек, хозяин Хаммера. Ты бы его тэпнул куда-нибудь отдельно, угу. Он бы тебе ключи выдал. Сейчас, пацаны. Тут. Перейду привет Андрею Гордееву. Перейду привет Тимуру Тигу. Перейду привет Кириллу Корякину. Якобу. Эглису и так далее. Ладно, все, его. Больше никто не... Вообще никто не писал про приветы, я сам Ники считал. Так. 4-4-2, да? 4-7-4. Все, дорогие друзья, и вам я желаю всем приятной игры. Конечно же, с вами увидимся на сервере. Не забывайте вводить мой промокод PEL, 11 пункт, и при регистрации Паша PELS, что даст вам 60 или, по-моему, даже 70 тысяч игровой валюты. Все, ребята, всех обнял. Увидимся на сервере.